что ж, мы готовы вам представить еще раз этот набор по максимально выгодной цене, всего лишь 999 рублей. Мы готовимся к праздникам, мы уже сейчас к Новому году готовим подарки для наших родных, для наших близких. И здесь целый набор, друзья, вы получаете для бизнесмена, для того, кто любит каждый день носить стиль casual, и для тех, кто любит заниматься спортом. На любой вкус и цвет, как говорится, на любой характер. И все это, друзья, в одном наборе. Арина, сегодня невероятной популярностью пользуется этот набор. Давай о нем еще раз поговорим. Потому что это три разных настроения в одном наборе. Ваш мужчина будет меняться каждый день. Он будет разным каждый день. Сегодня он бизнесмен, завтра спортсмен. Сегодня он идет с вами под ручку в парк и также надевает на себя потрясающий французский аромат. Эта коллекция создавалась 2 года. Во Франции, в городе Грасс, была создана эта коллекция знаменитым парфюмером, и она сегодня отправляется к нашим телезрителям. Этот флакон был создан специально для мужчин, да, это брутальное такое исполнение, классическое. Мы получаем сразу 3 аромата французских духов за 999 рублей, и это главный товар дня. Самая выгодная покупка в течение дня на телеканале Shopping Show. Самое желанное сейчас – это брендовый парфюм, арт-парфюм и 3 разных. Здесь у нас есть верт, аромат зелени, у нас есть аромат земли, так называемый терра, и аромат, который будет называться нуи. Да, это аромат свежести, это аромат для мужчин, которые спортсмены, да, любят динамику, любят постоянно быть в движении. То есть на любой вкус и цвет. То есть, да? Это не 3 разных мужчины, это может быть один мужчина, конечно, который любит меняться. Ведь один мужчина может быть действительно бизнесменом утром, днем он обычный романтичный, да, парень, а вечером он идет в спортзал, конечно, и уже надевает на себя совершенно другой, 3-й аромат, который также есть в этом наборе. Я еще раз напомню, 3 составляющих набора по цене только сегодня 999 рублей. Я знаю, что эти духи 2 года создавались во Франции. Вот вы представляете, сколько времени, да, потратили на разработку этого парфюма, и сегодня они доступны вам по такой выгодной, максимально выгодной цене. Действительно, если сейчас в любом магазин зайти, прицениваясь к подаркам на Новый год, а цены растут с каждым, да, днем, мы увидим с вами 100 миллилитров за 5, за 6 тысяч рублей. Здесь мы получаем французские ароматы всего за 999 рублей, сразу 3 совершенно разных парфюма. Давайте поговорим о каждом из них. Давайте начнем с середины, да, начнем с терра. Терра в переводе земля. Здесь мы получаем, как говорят нам, да, парфюмеры, создатели, аромат земли. Это потрясающие ноты апельсина и грейпфрута. Это потрясающие ноты сердца, где у нас есть перец и герань. И это потрясающий шлейф из пачули и кедра. Вот он, этот густой, насыщенный аромат, который выбирают мужчины, независимо от возраста, и который женщины обожают, да, дарить на Новый год. Спокойствие и уверенность в себе. Следующая, да, составляющая нашего набора, которую мы готовы рассмотреть, это верт. Посмотрите, вот с такой зеленой крышкой, кстати, лаконичный такой дизайн, он достаточно строгий. Здесь у нас пряные нотки прослеживаются, чарующий, опять же, аромат. Идеальный вариант для повседневного ношения. Это энергия, это свежесть, это, опять же, целеустремленность. Мы видим верхние ноты, это красный апельсин, ноты сердца. Здесь у нас также идет комбинация разных составляющих пикантного перца, например, да. Также мы видим роскошный шлейф в нижних нотах. Потрясающе смотрится и дизайн, и сам аромат. Так хочется, чтобы вы его просто вот почувствовали на себе и запомнили, да, этого мужчину, может быть, уже и на всю жизнь. Я хочу вам сказать, что сегодня главный товар дня потрясает, потому что по такой цене это очень дорогие ароматы. Вот знаете, правда, когда мы с вами слышим их, мы сразу чувствуем, что это дорогой аромат. Это 3-й аромат из нашей коллекции. Мы говорим о том, что он свежий, это такая свежесть океана. Это для мужчин, которые обожают динамику, которые обожают заниматься спортом. Здесь есть бергамот в верхних нотах, грейпфрут сочный, ноты сердца – это пряный перец, кардамон и экстракт лавана. Здесь шлейф из ладана и благородного кедра. Мы получаем целый, посмотрите, да, комплект такой, 3 из 3 ароматов, которые по-разному будут играть в разное время дня, да, на вашем мужчине. За 999 рублей вы этот комплект дарите своему супругу, один комплект, а второй комплект заказываете и дарите, допустим, аромат, с которого, да, вы начали, допустим, аромат терра вы дарите своему начальнику, как мы с тобой уже сегодня, да, обсуждали, да, допустим, тренеру,
своему тренеру по фитнесу, да, или тренеру ваших детей. Порой очень сложно угадать вкус мужчины, да? Ты не знаешь, что ему подарить, и ты не знаешь, какие он любит духи, либо нежные, либо, может быть, более терпкие и сладкие, а здесь у него будет выбор, то есть три составляющих комплекта позволит вам определиться, что вы наденете на работу, что вы наденете в спортзал, а что на романтическое свидание. Давай у Руслана у нашего спросим, какой же аромат он для себя выбирает и почему? Ну, в любом случае, во-первых, здравствуйте, во-вторых, мужчины зря недооценивают силу парфюма, потому что аромат должен быть последним аккордом в гардеробе каждого мужчины, я так, по крайней мере, считаю. И аромат, прежде всего, приносит уверенность, легкость и мужественность. Вот, собственно, как мы с друзьями, с коллегами сейчас находимся в этой студии, также мы подчеркиваем как раз легкость, свежесть, мужественность и такую бизнесовость. Я лично выбрал Нуи. Этот аромат дает мне возможность ощущать энергию прям с самого утра, свежесть и легкость. Я пойду сегодня в фитнес-зал и однозначно знаю, что я буду хорошо пахнуть, и мой сегодняшний день как раз зарядится энергией. Я больше чем уверена, что Руслан покорит всех. Слушай, ну сегодня, Руслан, давай вспомним. У нас была полная гримерная наших коллег, да, девчонки я готовились к эфиру. Горящие глаза. И когда зашел Руслан, то есть это сразу аромат, это сразу образ, да, и все девочки раз повернули голову. Это важно. Мне кажется, что все-таки аромат – это часть имиджа человека, и нам важно, чтобы мужчина вкусно пах. Я обожаю, когда у меня муж вкусно пахнет, да, иногда вот ткнешься в шею, правда, и нюхаешь этот мужской аромат. А иногда услышишь запах и понимаешь, что а вот много лет назад у меня было романтическое свидание, да, с парнем, который безумно нравился. Вот запахи напоминают о событиях. Девочки, посмотрите, сделано во Франции, город Грасс, 2 года этот парфюм для вас готовился лучшими парфюмерами Франции. Звоните и заказывайте прямо сейчас.